Власть Украины для фермеров в Херсонщине уже точно стала вражеской. Алексей Журавков, ВК, за 15 октября 2021 года. Дорогие друзья, вслед за арбузами херсонские фермеры начали выкидывать нелегко выращенные помидоры. Они вынужденно вывозят тракторами в поле и просто высыпают на землю рядом с перерабатывающим заводом Сандора. У меня просто мурашки по коже бегут и слез наворачиваются на глаза. Это куда мы катимся? По словам фермеров, из-за низкого спроса на их продукцию нет цены, и им дешевле выбросить, чем вывозить в город на продажу. Это и означает крах села и производителей. А где же Европа? Где то европейское сообщество, которое обещало дать Украине квоты? Что-то я не вижу. До 2014 года у фермеров была возможность продавать свою продукцию на Донбасс, в Крым, в Россию, Белоруссию. На сегодняшний день из-за блокады Киевом данных регионов они лишены такой возможности. Как говорится, власть сама себе выстрелила в ногу и наносит непоправимый ущерб регионам. В 2021 году банкротами себя признали 80% фермерских хозяйств. Что будет дальше, никто не знает. Кто в следующем году будет кормить регион, не знаю. Надвигается самая настоящая катастрофа. Я не хочу, украинцы, над вами смеяться, так как не все в этом ужасе виноваты. Но есть одно «но». Майдан 2014 года – это его плоды сегодня налицо проявляются и убивают целую страну. Это то чудо-слово «европейская жизнь» тоже налицо. Это та демократия американская с печеньками Нуланд и пирожками с ядом тоже налицо. Все это, если объединить тупость бывшей и уже сегодняшней власти, приводит к тому, что в стране свои производства не нужны, а фермеры и подавно. Тем более человеческая жизнь. Безграмотное управление государством приводит именно к таким трагическим последствиям. А ведь даже в такой ситуации, которая сложилась с арбузами и помидорами, я бы нашел выход из такого трудного положения. В сегодняшнюю трудную ситуацию, в которой находится Херсонская и Николаевская область, просто надо включить мозги. Жаль, что сегодня не ценится труд человеческий и его возможности. А так мне больше нечего сказать. Как относитесь к своему труду, так оно вам и воздастся. И именно эти слова касаются в первую очередь не фермеров, не простых людей, трудяг, а касаются сегодня бестолковой, дебильной, прогнившей власти Украины. Именно из-за таких действий страдает простой народ. Народу уже хватит терпеть и молчать. Нужно уже вставать с колен, объединяться и выгонять эту вшивую власть из их кабинетов, иначе они доведут до большой беды и голода. С уважением, Алексей Журавко. И вот такое видео. Дівчатки, доброго дня. Ми знаходимося в Херсонській області. Рядом коло нас знаходиться завод Сандора. Коли ми коло нього проїжджаємо, чесно, стає серце. Я вам показую. Тільки що висипав трактор перед нами прицеп з помідорами. Просто-напросто на поле. Таких куч тут, ви що бачили, хуєво-кукуєво. Дивіться, я вам знімаю поле, оце все. Тут все встелено зеленими помідорами. Зеленими, красними, бурими. Я вам не можу передати, просто із-за того, що серце болить. Ви просто не представляєте. Коли люди в цьому нуждаються, ну як в цьому, навіть в цих помідорах грьобаних. І ось далі їде трактор, зараз він буде теж їхати до нас, ви просто не представляєте. Оце все висипається просто на поле, і не знаю через яке время воно все перепашиться, як там називається по українській мові, переориться і все остальне. Власть Украины для фермеров Херсонщины уже точно стала вражеской. Алексей Журавко.